Уже наступил следующий день, мы вчера не успели заснять. Мы не успели даже доснять наше видео, которое мы снимали видео «Кто из вас?». Оно получилось слишком коротеньким, думаю, минут 3 будет. Но, тем не менее, какой-никакой ролик, узнайте нас с Машей поближе, если вам интересно. Я собираюсь на работу, хотела сделать с вами с утра вот такую масочку. Это маска от компании Siam, я хотела ее сделать и снять тест-драйв на нее. Я, кстати, сделала таким маникюр, видите, у меня наклейка есть это. Получилось прикольненько смотрится. А на этой руке уже стерлась. На этой руке я сделала только на большом пальце. Сделала такие с маками. Вчера у меня не получился маникюр, я сегодня переделала. Еще я сфотографировала все свои несовершенства, которые они бывают частями, высыпают, это когда я что-то съем, что не нравится моему желудку, там чипсы, либо сухарики, попкорн. Такой от Dr. Skin, это австралийская косметика, стик, которым нужно наносить на прыщи. Сейчас я его вот сюда нанесу, я уже сфотографировала, может вставлю фотографию вот сюда и вот сюда. У меня два больших прыщика вот здесь, и нанесу это средство и посмотрим, через сколько дней оно будет работать. Вообще оно очень действенное, я об этом знаю, и я даже его могу рекомендовать. Я уже столько прыщей этим средством вылечила, и это не то, что прыщи, вот эти мои большие высыпания, которые у меня были, а вот такие именно по одному, по два прыщика. В общем, сейчас мы с вами нанесем. Такой сегодня у меня лук обычный, я пойду в сером поло на работу с двумя косичками, которые, кстати, вчера мне заплетала Маша. Они просто такие крутые, что мне не хотелось их распускать. Сейчас краситься не буду, потому что я приду и обязательно сниму тест-драйв вот этой маски. У меня уже давно не было на лице тканевых масочек, хочется, я их обожаю и стараюсь делать регулярно. И я давненько делаю, мне прямо хочет лицо, чтобы я ему сделала такую масочку увлажняющую. А пока я пошла на работу, на работе я не всегда бываю накрашенная. Я почему-то вообще очень устала. Хотя вроде я ничего не делала, но почему-то я устала. Я смонтировала ролик один наш с Машей. И сейчас я буду снимать отзыв на вот эту масочку. Я заказала себе корейскую косметику и хочу посмотреть, что она из себя представляет. Вообще, если честно, томатную уже маску попробовала, она потрясающая. И вот буду смотреть, что из себя представляет авокадо. Кто это тут у нас снимал видео про лаки? Это я, кстати, сняла видео, где я вам покажу все свои лаки, которые я люблю использовать летом. Я люблю использовать и красные, и розовые, и иногда у меня под настроение подходят цветные. Но об этом будет отдельный ролик. И я вам все показывала даже с ромашечкой. Прям как истинный бьюти-блогер. Вышла я таки на улицу, ходила к маме, зашла к девчонкам, они сидят, отдыхают, на дворе пятница, иду сейчас домой. Вышла вообще буквально 5 минут, и уже начало темнеть конкретно. Пролетели мы сегодня с прогулкой, Маша все завтра уезжает, мы с ней не смогли встретиться, потому что у нее были дела поважнее. Смотрите, я в общем иду, взяла с собой такие листовки, потому что они у меня лежали возле ключей, и хотела вам сразу же, пока я иду, показать. Здесь три листовки на фильмы, которые я вам обязательно рекомендую сходить. Ну, кстати, может, они уже закончились, но «Тарзан» точно закончился. Сходите, посмотреть их. И либо скачать в интернете, посмотреть. В общем, это «Тарзан. Легенда». Очень интересный, офигенный фильм. Тут у меня ключи трясутся. Второй фильм, который я рекомендую, это «До встречи с тобой». И последний фильм – это «Равные». Я почти дома, я уже еду в лифте. Вот такой у нас обгаженный лифт. И доска есть. Все, приехала.